Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1372. Разбор ответов Амвросия Юрасова. Книга 2, вопрос 82. Как относиться к тому, что иерархи нашей церкви участвуют в экуменическом движении? Отвечает Амвросий Юрасов. Главное – жить так, как заповедал преподобный Серафим Саровский. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То, что иерархи церкви участвуют в этом движении, пусть не смущает нас. Мы за них не отвечаем. Возможно, они там, среди инославных, спасают людей, обращают к вере. А если у кого-то иные цели, Бог поругаем не бывает, а нам надо помнить, чисто ли мы сами живем. Мирны мы, и вокруг нас люди спасаются, а не мирны, многих людей своим примером соблазним. Церковь Христова непобедима, и какие бы силы ни восставали, им никогда не одолеть ее. Основатель церкви – сам Бог, а тварь не может победить Творца. Церковь невозможно уничтожить, хотя вот уже 2000 лет она в гонениях. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Это полный ответ без купюр. Совершенно не коснулся попа вопроса, а прелукавнейше водит вокруг да около. Почему было не объяснить хотя бы кратко, что Всемирный Совет Церквей – это церковь Антихриста, а экуменизм есть всеересь, то есть вместилище всех ересей, какие только были за 2000 лет. И в этом сатанинском котле масонов варятся добровольно, молятся с сатанистами ваши архиереи, а вам и нужды нет? Иоанн Златоуст говорит, что если ты увидишь, что в воскресный день человек верующий уезжает на поле, стащи его с телеги и устрой драку, спасая его душу, чтобы привлечь его к Богу. Мы не можем этого выполнить, однако эти слова были сказаны свидетелем. Вы, отец Амвросий, относитесь к архиереям как к ЦК КПСС, что они вне критики, как находящиеся на Олимпе полубоги. Разве они не братья ваши? Иезекииль 3:18-19. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Согласно всех канонов церкви, только за моления с еретиками все эти архиереи должны быть немедленно запрещены как заразные, как прокаженные. Или нужно приводить эти каноны снова, вы их не знаете? С этими архиереями, согласно канонам Вселенских соборов, никто не имеет права участвовать в молениях, как с уже отлученными. И они из Антониев давно превратились, быть может, в прежних Ванек, а Амвросии в Шуриков.
Меня всегда удивляет то, что есть натуры с сильным характером, смелые. Они восстают против зла в своих прихожанах. Но очень редко что-либо обличительное, пророческое говорят против царя и его окружения. И практически никогда против церковного руководства. То есть снова идет сужение своего служения. Если благодать, то только ее третья часть. Если мера муки, то только третья. Если обличаю, то только того, от кого не потерплю урона. Хотя бы раз заново перечтите Библию и хотя бы перед самими собою дайте отчет в том, каким духом вы движетесь. У католиков есть прекрасный обычай, чтобы каждый год каждый священник проводил уединение 2 недели в монастыре, проверяя самого себя. Вам это не грозит? Вам нужно все время быть на сцене? Пророки громили все, что было против Иеговы, против его святых законов. В символе веры мы читаем «И в Духа Святаго, глаголовшего в пророках». Почему же в православных пастырях нет этого духа, как в Иоанне Златоусте, митрополите Филиппе, пророке Иеремии и других пророков? За 40 лет участия в экуменическом движении сколько средств истрачено на эти поездки и обеды? Какие силы уходят туда, в то время как Россия погибает от засилия сектантов и еретиков? Вы это не знаете, архимандрит? У вас нет страха Божия, Юрасов. Вы лукаво подыгрываете утопающим в беззакониях архиереям. Вы заглушаете в себе и в них голос Божий, совесть. Вспомните наши поездки с вами в окрестные села Барнаула. Прослушав одну из моих встреч с сектантами, вы чуть не задушили меня в своих объятиях и повторяли многократно. Это все нужно немедленно издавать. Каждое ваше слово можно пощупать руками. А тот предмет сектоведения, который нам преподают в семинарии Академии, это сплошная схоластика. Или вы забыли об этом? Посмотрите на нашу общую с вами фотографию и вспомните, когда я беседовал с архимандритом Адрианом в Лавре, то он радостный благословлял меня и тоже повторял не раз, зная о моей противосектантской деятельности и о том, сколько людей из сектантов пришло в моем доме к православию. Если через кого-то 12 баптистов обратиться в православие, этого человека можно сегодня назвать апостолом 20 века. А теперь назовите мне хотя бы одного сектанта, которого обратили участники экуменизма за 40 лет, за огромные миллионы истраченных на это средств. И вы говорите, что мы за это не отвечаем, а только они за самих себя. Да как же вы можете требовать от своих прихожан не участия в экуменизме на бытовом уровне, то есть участия в мирских обыденных грехах? Что, архиерейский грех вкуснее пахнет? Что, для архиереев будет особая скидка на их беззаконие? И вы их вывели из-под обстрела своей критики. Они участвуют в смертоносных делах, ведущих в ад. Так как же паства может быть лучше их? Исаии 28:15. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас.
Потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Исаия 28:18. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Не лицемерьте, дабы Бог не взыскал с вас за вашу лживость. Псалом 49, 16, 21. Грешнику же Бог говорит: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Наши братья, отцы святых соборов, составили из своих канонов ограду, запрещая подобное моление с еретиками. Своим участием в экуменических встречах эти патриаршие советские архиереи топчут все каноны, осуждают святых отцов наших братьев, сынов матери церкви, и ты молчишь? Этим молчанием вы предаете Бога, архимандрит. Так говорит Григорий Богослов. А псалмопевец говорит, что ты делаешься виновным перед всеми святыми отцами, которые делали это. Псалом 72:15. Но если бы я сказал: буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. Сегодня модно повторять слова, якобы принадлежащие Серафиму Саровскому, о мирном духе и о тысячах спасающихся. Вы что, серьезно верите, что Серафим так сказал? Покажите на практике за 200 лет, где это исполнилось, хотя бы один раз во всем мире. Я этот вопрос задавал очень многим, и никто не мог показать. У тебя мирный дух, это касается только тебя. Более мирного, чем Христос, никого не было никогда. Ефесянам 2:14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. И однако же Он говорит от Иоанна 15:20: помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Разве апостолы не были мирными? Но против них воевали все, и внешние, и внутренние враги. Псалом 119:7. Я мирен, но только заговорю, они к войне. Если ты мирен, то это гарантирует тебе массу врагов, тысячи врагов вокруг тебя, так говорит Дух Святой. Каждая проповедь апостолов наживала им новых врагов, а иногда и бешенство толпы. Деяния 22:22. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Деяния 7:54.
Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Вывод таков. Если этих слов Серафим не говорил или ошибся, или заложил в них другой смысл, не тот, какой вкладываете в них вы, советские попы. Согласно Слову Божию и практике, все как раз наоборот. И дух мирный – это не значит сложить руки лодочкой между колен. Почитайте жития святых, посмотрите путь пророка Илии, перечтите послание Павла, разгромные выступления Златоуста против царицы и ее синклита и епископов, которые были на стороне патриарха Феофила Александрийского. Златоуст не имел мирного духа, у Иоанна Восторгова тоже не было. Мне говорят, уж эти богословы, Господь один, да разные пути. Пора забыть о оплошности былого и вместе ко спасению идти. Даешь любовь, да здравствует терпимость. Никто не прав, никто не виноват. Вне всяких вер, над всеми Божья милость, все хорошо. И ангел бесу брат. Несутся отовсюду кривотолки. Кто, дескать, может истину объять? Мол, зеркало разбилось на осколки, и наша цель все заново собрать. О, древней башни новые прорабы! Кому на пользу вавилонский лад? Я и гроша за истину не дал бы, которую сплели из полуправд. Неслыханное прежде ослепление, подмен или измен угарный дым, величить отступление просвещением, гордиться отступлением своим. Охальники родимого порога, доколе околесицу пороть, да, Бог один, откуда ж истин много, или уже не истина, Господь? О тьме и свету не соединиться, не прогадай, благовеститель лжи, коль издыхал у собственной пшеницы, спасешься ли у сорняков чужих? О, сеющее пагубное семя! Не за горами воздаяния час, что широта, возлюбленная всеми, Бог уготовал узкий путь для нас. Экуменизм – постылая блудница, она душой о чадах не болит, и дом ее со срамом разорится погаными, с кем пред детьми блудит. О, кривовер, не сам ли раздвоился, головушкой вертя по сторонам? Иль позабыл, Христос не разделился, и вера благодатная одна. Молись, народ, о чистоте радея, от храма Божьего не отврати лица. Не отпадай, внимая блудодеям, но стой за православие до конца. Иеромонах Роман, 1996 год.